King Cross, который у меня очень старый. Он очень старый. Я не помню, когда я его даже делал. Но он доведен до ума. Через Dagger я на нем играл. Играю. Давайте посмотрим поринга. Дает он что-то или нет. Снял ежедневку. Сейчас пойдем в Go 46. Я, по-моему, снимал. Качу, отключу. У этих чувачков. Ага, два ключа подкинул. Три блеса, 9 зелуниумов. Пригодится все. Сейчас пока тут все пролагает. Надоело. Понятно, какие-то подлагивания. Так. Ну что такое? Что так долго? Не понял. А, это скидываем сюда. Так. Блес я отдам. Этот не нужен. Красная трава, надо будет наварить трав. Вот, видите, тот Ильитин, которым я играл, я использовал берсерк, но вернее он не использовался. А вот этот берсерк улучшенный, он работает. Оп. Все, я и правильно сюда еще зашел. Мне надо взять тут клан мечника для ближнего урона. Берем сюда. Не забывайте это делать. Мелочь, а приятно. Полезная штучка. Пригодится. Так, ну что, наверное, пойдем купим Винг. Я сейчас в этой серии покажу. То есть, ну, он у меня как? Одет по-старому. То есть, вот он как оделся, тогда я его одевал. Так вот он и остался. То есть, я сюда даже и не заходил. Вот, иногда пробегал Сару Мемори, фармил всеми, когда. Сейчас покажу, расскажу, что на нем одето. По-старому. Ну, может, кто-то захочет то же самое сделать. Для фарма, я фиг его знаю. Значит, что снимаем? Снимаем эти самые штуки, где они. Вот они, инстанс монета. 46. Вот, блядь, надо было тебе продвинуться, и где я встать? Иди нахер отсюда. Давайте возьмем. Вот оно всего 5 стоит, аренда на неделю. Бесконечный винг новичка. Go 0. Пошлите в погодный институт, сходим. Возьмем несколько семечек из Дроссиля. И пойдем, я вам покажу точку, где качаться хорошо и фармить на продажу. Даже не буду особо ничего тут делать. Ну, то есть, помните, я в какой-то серии я показывал, рассказывал за энфорсеры. Вот стоят башмачки. Максимал пауэр, то есть вот эту делаем и все, и бегаем в нем. Так, что еще? Weapon блокинг и ДП сюда не надо делать. Эти уросал, ну давай, чё, пошлюпаем, делаем вот эту Таня с кинжала и пошли. Не надо ничего делать, стоим, они сами подходят его и умирают тут же мгновенно. Я маленько просто ягод хочу, потому что могут убить на другой локации. Там 240 expansion, по-моему, так называется. Ну, я ходил, это не Фильхейм двухэтажный. Там докачивают, докачивается хорошо и фармить деньги в Зене. Я показывал видео, было про Horror Toy Factory, про Сару Мемори, про Танатос, башня, некоторые этажи. Вот 40-я, все, давай, Go 0. Видео будет небольшое совсем. Так. Но я обещал, просто я его вот запишу. Так,
Блесы. А, ну давайте, может, сыграем в эту. Давайте сыграем. Пока я не забыл. О, чё я с дохуя их так нареспаунилось? Что там, МВП, что ли, был? World Boss. Сразу человек 6. Так, плоды акцидии. Играем. Блесы, плоды акцидии, еда. Ангелус навешиваем на себя сразу на... А, ну он перестакался. Хорошо. Ну, хорошо. Тогда сейчас просто поплетемся туда. Что-то хотел я взять. И сейчас вылетело из головы. Чё? А, положить акцидии, плоды. Так, что по старым вещам Гиля? Ляпский венок костяной на кроссом пак, ну и не только. Все статы, урон там, скорость атаки, вся фигня. Лакаги тут вот такой. Ферус. Здесь такие уши. Еще один ферус. Броня. Старая иллюзия на 12. Атака, модификатора 1 cast delay и 2 power, то есть на силу. То есть это точно броня, как видите, старые модификатора, вот. Вот и вот. Карта Ангелинга. Благословляет броню, даруя святой элемент. Так. Накидка. After cast delay 12% с серой мышкой. СТР. Энфорцеры, башмаки. Про них рассказывал. На Гиля. На 7. У них... седьмым уровнем заточки последний стак, вот он, все на метеора саут. Я сейчас покажу просто урон тут, сравнить как бы с такими башмаками и без тех, и без башмаков метеор не дамажит. Что, перчатки кузнеца, который повышает дамаг по всем противникам на 5%, каст делей, поддержка после умения 10%, игнорирует на всю, всех раз деф 50% дефа. Хорошие. Видите, тут накач, даже золотая скараба, блядь, стоит. Просто без заморочек играл. Ну и... как она называется? Короче, вот этот брелок, аксессуарчик, который работает с Жюльет де Рошель, с Катаром. С Аратио, с Линди Хупом, с подсолнухом также работает. Вот что дает Crimson Rock, повышает, ну очень хорошая штука, она когда-то очень дорого стоила, вот эта вот штука. Тут карта гигант стоит на урон при базовой СТР, еще атаки дает. Нормальная карта на кач, на это, на фарм, нормальная она. Левакс ставится при базовой силе 120, у меня 130 в билде. Атака сейчас 864 плюс 1514. Неплохой дамаг. Два кинжала, которые тоже сетовые. Один слэшер, кинжал правосудия, метеора саут бустит и soul destroyer скилл опять же. Каждые две заточки атаки 8, кросс импакт бустит, counter slash бустит. Сумма на 12, атака 12%, если сумма на 20, метеора саут. Опять же, то есть здесь стоит две карты. Ракенберг, Гуард. Короче, это защитники из, по-моему, водных садов, из данжа. Ближний физический урон повышает и дает атаку. Вот, можете посмотреть. Две такие карты стоят в другом же кинжале, который вот дополняет. Сам он урон 100, и в нем можно поставить 3 карты. Он идет с сетом, с вот этим кинжалом. Это кинжал сет DBA Lab'а. Здесь стоят еще 3 карты Рекенберг. То есть все на мили, на ближний физический урон. В сумме это у меня 5 карт стоит этих, и это очень много атаки дает. Ну, вы видите показатели сами. Вот база. Все. Сейчас по-хорошему снять книжку, ну, чтобы не проябывать. Battle Manual X3. Стягиваем одну штучку. Едим ее. Крутанемся маленько на той локации. И сфармим. Я покажу, что сколько стоит. Что надо, что не надо.
все. Надо только вспомнить, как играть этим гилем. Тут, по-моему, надо будет через ЕДПшку играть. Потому что монстры там жирные. LVL 250 expansion. Мы фармим деньги, будем вот здесь вот. Первый или второй этаж. Переходите. Всегда здесь кто-то есть, потому что она популярна, эта локация. Ну что? Оп и оп. Все, видите, что происходит? Все, мы собираем толпу и ожидаем. Ну сейчас танец кинжалов пройдет. Метеорит, вы увидите, просто какой урон наносит и поймете. А, видите, тут любят фармить эту локацию люди. Ну, что поделать, она популярна. Тут деньги можно набить. Это, короче, я скажу, что это улучшенный Донатас Тауэр, башня. Но тут надо быть намного сильнее, чтобы ее тащить и фармить. Потому что мобы могут дать по голове больно, и они крепкие. Ну, если тут прописать еще фильтр лута, собирать, например, только оружие выпадаемое и дасты, пыль. Сейчас я посмотрю. Ну, вот такая даст. Вот это вот пыль. О, карта луда выпала уже на суперновис. Главное, это такая. Сейчас прогорит кинжальчик, и я не буду их юзать, через метеора сау побьем. Это совсем другой гиль, но я им играл, я его одевал, что-то тратил, что-то это подзадротовал, покупал какие-то кинжалы, в эти биолябы что-то намутил, сам ходил, с братом ходил, ну он одевался довольно-таки тут, но он старый, но довольно эффективный. О, а вот и уровень, еще одна карта луда, а вот и уровень. Так, у нас идут статы, атрибуты, кон. Я качал, я уже и забыл, что брал. Все, вот, смотрите, какой урон. 9 миллионов метеору салта. Просто раз, и все, и ананас. Сел. Оп, сел, оп, сел, оп, сел. Все, видите, о, фильтр лута, смотрите. Ходят чуваки, фармят шаритиконы, всю вот эту дребедень не собирают. Выписывают то, что надо, и собирают то, что надо. В принципе, неплохо. Почему нет? Так тоже можно делать. Вписывать, заморачиваться, если вы плотно фармите. А еще можно накинуть патент вином. То есть это тоже баф активный. Физический резист у всех врагов игнорит. 30% снимает резист к физическому урону. Босс, не босс, неважно. Снимает. Вот такая тема. Давайте покажу раз и опля. Все, видите, появился кинжал. На 2 минуты игнорит 30% физ-резиста и мобов. И будем уже бить сильнее. Пробил вот почти 10 миллионов метеорит. Вот так вот. И то это старый шмот. По-старому одетый гиля. Видите, что он вытворяет, как он бьет сильно. Такие вот дела. То есть это можно считать дополнение к видео, где я гилем играл. Вот. На более высоких уровнях, что им делать надо будет? Фармить вот эту локацию. Под названием Ниппельхейм. Попасть можно, я показывал как. Ну, кросс-импакт такая себе штука, мне она не очень нравится. Да, она для фарма не подходит. Она больше подходит на одиночную цель. Вы, то есть, что делаете? Dark Claw, темным когтем пырнули, МВП. И 150% сверху урона будет в течение 20 секунд навешивать под сверху. Все, вот это да. И ебашите кросс-импактом без остановки, вливайте урон в МВП. На одиночную цель он более ориентирован, не на фарм. Такие дела. Сейчас играем до перевеса. Посмотрим, что удастся выбить. Я без жвачки, просто под книгу. Нужно брать доску, тут тоже доска 250 в Эдеме.
То есть этот патент вином, скилл, сработает в случае, если только у вас оружие окроплено ЕДП, ядом. Так он не работает, только с, в связке с ЕДП будет эффект. И все. Еще уровень достучали. 239. Хорошо. Маленько гиля подкачаю. А есть еще и баф. Вот он называется. Shadow Exceed. Он бафает его новые вот эти вот умения. Умения. Тернул слэш и так далее. Ну, мне они не нравятся, я ими не пользуюсь. Вот, я вообще на фарме юзал либо Метеора Саут, либо танец этих ножей, кинжалов. А, это этот. О, видите? Этот. Dragon Knight, рыцарь. Еще один фармит. Классная локация. Ну, вот такой гиль, даже вот такой по-старому, он стоит денег. Опять же, его одеть, вещи нормальные на нем. Придется какое-то время попотеть, позадротать деньги, купить. Ну, мало ли вы такого же гиля захотите на фарм, я хуй знаю. Мне спрашивали, типа, а что дальше будет? А вот что. Я вот и записал. Он тащит, он тоже фармит без проблем локации, он крепкий, он сильно бьет, блять, у него хороший ворот. То есть, как по мне, один из лучших персонажей, но слишком банальный. Есть у него ветка яда, ну, вернее, была, вот она есть. Создание яда, вином прессур, то есть... Шанс отравить 95%, хит плюс 30%. Он вкалывает яд высокотоксичный. Ну, в общем, очень жаль, что это на МВП не работает. Прям совсем печально. Так, ну, давай, что там, через Counter-Slash можно поиграть. Посмотреть. Ну, он не сильный, слабый скилл довольно-таки. Сильно его не разгонишь. Он, увы, уступает, например, тому же метеориту. Если сравнивать с теми, с той профой. Видите, что? Какая разница. Вот и все. Не говоря уже о других умениях. Че, давайте сейчас, наверное, Дулахана подрежем. Сюда добьем. Нет, одного какого-нибудь моба выдернем. И подрежем. А, я кого-то ударил случайно, блин. Пошел откат умения. Ну ладно. Так, еще перевесу нету. Почему? Потому что сила 130, и у меня в спортзал ходил гиль 10 раз. Еще 2000 вес. Поэтому и нет перевеса. Вот такая рифма. О, через дыхание дракона играет. Ну да, тоже билд, нихуя себе, я так скажу. Очень больный билд. Есть шмотки. На этом сервере, ребят, я уже 100 раз говорил, присоединяйтесь, тут есть вся хуйня. Меня спрашивали, где лучше играть, Нифльхейм или Хельхейм выбирать. Конечно, Ниф лучше выбирать. Потому что тут объединенная база вещей, тут есть все вещи. Чтобы как бы рамки все не создавать. Ой, а я хотел ту вещь, а тут ее, оказывается, нету, блядь. Выбирайте Нифльхейм, не прогадайте. Абсолютно. Так, ну что? Дайте мне одного кого-нибудь, чтобы остался. Вот этот один остался. Да, давай его пробьем. Оп. И метеором. Ап. 20 миллионов от метеорита. Вот так вот. Кольнул, да? Неплохо, блядь. Вот так.
Поэтому это видео будет дополнение к тому ролику. А, есть еще такая штука. Можно зачароваться ядом и вот такую штуку сделать. Будет еще сильнее бить. Ну, давай попробуем. Но он, по-моему, ядовитый. А, нет, неплохо весьма. В 10 лямов он получил по голове. То есть мы ему снижаем... Вот этим умением, Venom Impress, мы ему снижаем ядовитый резист. Мы в минус его вгоняем. 50%. То есть, другими словами, он на 50% будет больше от яда получать урон. Но, опять же, это умение на одну цель. То есть, ты идешь на МВП, ты берешь этот скилл. Все, у меня сейчас оружие ядовитое. Можно вот так. Не тратит никакие бутыльки. Хопа, и все, и сел, да? Вот так. Все еще нет перевеса. Угу. Очень интересно. Гильотин носит веса 107800. Я... Это, видимо, какой-то баг произошел. Ну, ладно, давайте мы круглую отметку. 240 уровень получили. Пошли в город. Я покажу, что нам с этого конкретно данжа надо выносить, оставлять, что продавать. Вот так, вот так. Ну что, все прогружается, подходим, идентификация по традиции. Все, вы собираете, вот если с нуля играете, вы собираете карты, дасты, вот эти порошки, обязательно, монеты само собой. И что самое вкусное, то есть там выпадает, так, костюмы я вот эти поскидываю, мне их полно. Оружие второго уровня, вернее пятого уровня, прошу прощения, на четвертый проф, различное. Ну, я его буду продавать, то есть... Гиль мой там качался. Чтобы там фармить именно деньги, нужен какой-нибудь генетик, механик, или вы можете это оружие собирать и скидывать в кафру. Потом зашли и, блядь, продали его. То есть, смотрите, мы его продаем сейчас без наценки. 37500. Один катар. Если жвачкой фармить, там очень много будет оружия. Невероятно. Вот. Вот такие вот пирожки. Так, Злуниум, фабрик, вот это все на продажу. И вот поэтому там довольно-таки популярная локация, туда там любят люди сидеть. Прошу прощения за потусторонние всякие звуки, у меня окно открыто, там люди шаболдаются. Короче, эта локация лучше, чем Танатос Тауэр, башня Танатос, но она требует, во-первых, надо 240 уровень, чтобы... Нет, стоп. 200... Нифельхейм 2 требует 240 уровень, чтобы туда зайти, по-моему, если я не ошибаюсь. Это 200 вроде требует, или 230. Что-то такое. Во-первых, надо прокачаться, во-вторых, надо хотя бы как-то пододеться. Ну, я думаю, что сет... Вот такой хотя бы сет с хорошей, с неплохой заточкой, с какими-нибудь картами более-менее. С первой иллюзии, то есть есть 17.1 иллюзия первая, есть 18.1 иллюзия вторая. Нет, по-моему, нет, стоп. До эпизод был. Да, сейчас уже 18 эпизод идет. Да-да-да-да-да. То есть белый сет, обточенный с хорошими картами, и смотрите сами, ну... Что с теневухи у меня? Сет ассасина. И все. Его можно купить на рынке. Поискать. В принципе, не так сильно дорого. Тоже, опять же. Вот энфорсеры сейчас поднялись в цене. Ну, я с ними играю. Вы можете поставить вместо этого эстеровские темпоралки из Гластхейма. Хорошо заточенные, с силой медведя, например. Вот. Вот этот, по-моему, я покупал. Он 300 миллионов стоил тогда. Акс. Вот он дорогой, действительно дорогой. Перчатки можно 100-150 найти. Такие обычные. Ну, такие деньги, в принципе.
небольшие. Вот. Начинайте фармить, и я показал, указал, где что, такие вот, такое вот продолжение. Потому что было видео у меня, где у меня гиль тот, и метеоритом нифига не дамажил. А я вам говорил, что у меня есть другой гиль, который дамажит метеоритом этим же. Вот, ладно, что, будем тогда закругляться. Та локация хороша для кача, хороша для фарма денег и фарма дастов, которые нужны на точку. Ну, чтобы как бы, ладно, быть сильно голосным, ловным, заходим в кузницу. По-моему, я показывал, что тут делать. И тут есть особый фокус. Трейдинг шоп, например, видите, хотя бы чтобы один камень, надо что, 5 дастов. То есть улучшенный блес. Вот есть обычный блес, есть улучшенный блес, чтобы оружие 5 уровня, броню 5 уровня точить. Нужен обычный блес и 5 дастов. То есть вот и деньги. То есть все нужно. 3 таких, аквамарин, это получается улучшенный аквамарин и так далее. Видите, какой здесь трейд идет. Потом вот окно грейда, так называемого. Тут расписывает человечек. А тут есть базовые камни, заточки уродливые, старые, да, и продвинутые камни, где нужно что, например, чтобы вам получить этериум, который точит экипировку 2 уровня от 1 до 10. Вот, нужен один элуниум и один, опять же, даст. Как он называется? Этердикон. Вот так вот. Точит оружие 5 уровня. Все так же. Тоже нужен оридикон обычный и даст. Что у нас идет? Энричит элуниум, продвинутый камушек. Нужен олд энричит. И уже 2. И так далее и тому подобное. Макарниума, брадиума. Вот так. То есть та локация полезна, потому что там кач, дасты, пыль, вот это, и деньги. Все, записал видео, как и обещал. Спасибо всем за просмотр, большое, всем пока.